Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Футбольный дебош. Кто и почему устроил погромы в центре столицы и где в это время была полиция? Попытка номер один. Удалось ли нардепам узнать, кто виновен в кровавой перестрелке в Княжичах? Дружба дружбой, а табачок врозь. Почему США сокращают финансовую помощь для Украины? Футбольный беспредел. Матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» запомнится не только рекордной победой киевской команды, но и масштабными потасовками в центре столицы. Весь шквал эмоций «Ультрас» обрушили не только на частные автомобили и витрины магазинов. Кто пострадал и почему не помогли 2000 полицейских, которые якобы охраняли порядок в городе, расскажет Ярослав Кречко. Сначала стенка на стенку. А дальше под горячую руку нескольких сотен фанатов попали не только болельщики команды противника, но и витрины салонов и магазинов. Начали драться, разбили стекло, потом зашли к нам с кусками ножей, то есть, с кусками стекла, ножами и топорами, и со всем, чем можно. Все это случилось на улице Бассейной, недалеко от Олимпийского. Подобные стычки произошли еще на нескольких центральных улицах – Михайловской, Спортивной площади и непосредственно возле стадиона. По официальным данным, 8 иностранцев получили многочисленные ушибы, еще у двоих – резаные раны. Вони відмовилися від госпіталізації і відмовилися від написання офіційних заяв поліцію відносно того, що проти них були скоєні будь-які правопорушення. Турки – одні із самих буйних фанатів в Європі. На матч в Київ приїхали около 7 тисяч болельщиків стамбульської команди. Дебоширили вони і во время матча. По предварительним даним, погроми на стадіоні обійдуться НСК «Олімпійський» в мільйон гривень. А первый звонок прозвучал еще днем, когда фаны Бешикташа на Майдане демонстративно топтали флаг киевского «Динамо». Турок прекрасно знают, чего, представляют, чего от них ожидать, но мы, к сожалению, не в состоянии на каждом углу, на каждой площади, в каждом переулке поставить по сотне представителей, как это сейчас называется, полк полиции особого назначения. Вчера в центр Киева, по официальным данным, стянули 2000 полицейских и бойцов Нацгвардии. Но дело даже не в количестве силовиков, считает эксперт Сергей Шабовта. Мол, стычек можно было избежать, если бы правильно оценили угрозы. Парадоксально для новой полиции, абсолютно закостенела и консервативно подошла вообще к самой проблеме. Тактика должна была быть другая. Должна сопровождаться была группа фанов, потому что они же не так, что они рассосались и потом где-то снова создались. Это же все по каким-то сигналам управления происходило. Полиция оказалась в стороне от знания и понимания этих процессов. В итоге после вчерашних стычек и погромов задержанных почему-то нет, а полиция отчитывается о проделанной работе. Поліція супроводжувала основну частину вболівальників іноземної команди до стадіону, але разом із тим дорогою вони використовували піротехніку, час від часу намагалися вступити в бійку. Поліція все це відразу припиняла. Ярослав Кречко, Вячеслав Фролов і Сергій Єрьоменко. Подробності телеканал «Інтер». Напомню, столица в 2018-м принимает финал футбольной Лиги чемпионов, а уже в следующем году нас ждет Евровидение. Поэтому остается только надеяться, что полиция к этому времени все же научится справляться с подобными инцидентами. Тем временем в парламентском комитете сегодня разбирались с последствиями кровавой перестрелки в Княжичах. Ответил ли исполняющий обязанности главы нацполиции Троян на вопрос, кто принимал решение о привлечении спецназа «Корт»? Кого из участников перестрелки уже задержали и где сейчас находятся спецназовцы? Узнаем от Руслана Смещука. В помещении комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не протолкнуться. Несколько десятков камер и вдвое больше журналистов. Заседание начинают минутой молчания. Дальше короткий доклад его начальника нацполиции, зама генпрокурора. В принципе, ничего нового не сообщают. Свои вопросы задают нардепы. Кто руководил операцией? Ответа нет. Кто керует? Я понимаю, что вы хотите почути прізвище винного, чтобы уже... Но это визначит Генеральная прокуратура, пожалуйста. Я своих предлагаю. А главное действие, когда делается операция, тяжелейшая. Вы уже перед этим сказали, что уже вы следили эту операцию, вы ее сопровождали. И вдруг, оказывается, никто ничего не знает. Часть нардепов просит пересказать хронологию произошедшего поминутно. Ответа тоже нет. Я пропоную, я
можу взяти на те, по крайній мірі, таку відповідальність вона несе, але без камери я готовий комітету доповісти. Можливо, те, що я можу. І в рамках нерозкриття якраз слідчих дій. Тоді це буде вірно, вони хоч почують, але я на камеру цього казати не буду, я вам кажу. В ходе заседания выясняется, что Троян принес с собой карту-схему, на ней дислокация всех участников перестрелки. Нардепы просят продемонстрировать ее журналистам. Вот зараз є карта вся, подій. Чому не показати журналістам зараз і зняти всі питання про те, що як хоча б позиції були людей? Я думаю, це було б досить потужний шлях на щодо відкритості. Троян отказывается. Карты, мол, под грифом «секретно». Свой вопрос задает нардеп Мустафа Наем. Начинается словесная перепалка. Была информация про то, что это пограбование было под прикрытием правоохранных органов. Чи можемо ми зараз сказати перше, чи підтвердилась інформація, що пограбунки відбувались під прикриттям правоохоронних органів? Якщо це так, яких саме? У нас є повністю доказано про те, що з учасників груп такого не було і не було. Все. Ні в якій вони, ні крадіжки, ні пробування не вчасно, не вчасно спецоперації по ліквідуванню банди. Я вам скажу прямо, мені соромно про те, що ви входите до нашого комітету і можете робити заяви другої адміністрації від нашого рівня. Уже після прес-конференції заместителю генпрокурора задають похожий вопрос. Были ли действующие правоохранители в банде, которую по официальной версии пытались задержать спецназовцы? На сегодняшний день находятся материалы кримінального провадження, то є таємницю слідства. Як тільки ми легалізуємо цих людей, про обрання запобіжного заходу це буде всім відомо, ми встановимо абсолютно всіх. Світ на цю трагедію, можливо, прольють коментарі одного із поліцейських охорони, який чудом вижив в перестрілці в Княжичах. Журналістам вдалося записати з ним коротке інтерв'ю. Я не знаю, мы не успели ничего сказать. Они выскочили, 3 секунды и начали стрелять. Я уж думал, он увидит, кто мы, и разберемся. А тут сразу пальба, и все, еле успел убежать. Первыми стреляли работники Корда. Первыми стреляли, это 100%. Это в 2 метрах от меня происходило. И через 5-6 секунд я слышу от них: «Боже, что мы наделали? Мы полисменов расстреляли». Это я лежал на земле и слышал. На данный момент спецназовцы Корда отстранены от службы, но находятся на свободе. Вот как это в отсутствие главы МВД комментирует его советник. 25 человек отстранены по решению начальника национальной полиции Вадима Трояна на время проведения служебного расследования. Это стандартная процедура, она совершенно нормальная. Они не признаны ни виновными, ни невиновными. Они сейчас дают показания в органах прокуратуры. Они ограничены в своем перемещении? Нет, они не ограничены в своем перемещении. Руслан Смещук, Максим Чеблин. Подробности, телеканал «Интер». Сегодня похоронили еще 3 правоохранителей, погибших в Княжичах. Это оперуполномоченные Юлиан Рудько и Александр Маница, а также сотрудник спецподразделения КОРД Виталий Валецкий. В последний путь их проводили родственники, знакомые, просто неравнодушные к этой трагедии люди, но по-прежнему никто из высшего руководства МВД не явился. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. К дому Юлиана Рудько в родном селе Кабалчин люди сходятся с самого утра. Родственники, знакомые, бывшие одноклассники несут цветы и венки. Здесь до сих пор не могут прийти в себя после трагедии. Спитайте их, где моя дитина? Дай они вам скажут, что они у меня украли. Он мріяв просто быть корисним для нашей страны. Он загинув. Это великое горе. За что? Питается, за что? Юлиану Рудько было всего 25. После школы он поступил в Академию внутренних дел, устроился столичным оперативником. Проработал 3 года. Его сослуживцы, которые приехали сегодня на похороны, рассказывают: старший лейтенант был ответственным и храбрым. Похоронили оперативника на сельском кладбище. Беременная жена Юлиана осталась вдовой. А в Киеве хоронили 27-летнего Александра Маницу. К гробу несли много цветов. Рядом с погибшим положили хлеб и полицейскую фуражку. Родственники говорят, Александр любил службу и полностью посвящал ей себя. На Тернопольщине прощались с погибшим сотрудником КОРДа Виталием Валецким. Вдовой осталась его жена с 2 сыновьями, 2 и 8 лет. Известно, что в субботу у Виталия Валецкого был выходной, но ему позвонили и попросили принять участие во вспомогательной группе. Он прибыл на службу, но никто не мог ожидать, что это дежурство станет для него последним. Александр Пантелеймонов, Ольга Паламарюк и Игорь Рига. Подробности, телеканал «Интер».
Глава МВД Арсен Аваков сегодня заявил, что закончил свои дела в Канаде и возвращается в Киев. Учитывая, что улетал министр в Оттаву через Франкфурт, можно предположить, что и вернется он тем же маршрутом. Подходящих рейсов для этого всего лишь два. Первый борт следует из канадской столицы через Германию в Украину. Он приземлился около часа дня. Второй должен сесть в аэропорту Борисполь в 20:40. Впрочем, главный полицейский мог воспользоваться чартерным рейсом. В таком случае точное время его возвращения в Украину неизвестно. Будем надеяться, что уже завтра Арсен Аваков все-таки появится на своем рабочем месте. Тем временем нардепы-фронтовики встали на защиту подозреваемого в преступлениях против Майдана Владимира Грыняка. Печерский суд столицы накануне отпустил его на пороги двоих депутатов от Народного фронта Андрея Левуса и Михаила Бондаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат активистов Евгения Закревская. По ее словам, парламентарии мотивировали свои действия тем, что подозреваемый во время Евромайдана сотрудничал с митингующими. Я напомню, Грыняк, бывший начальник департамента общественной безопасности МВД, сейчас он занимает такую же должность в Нацгвардии. Следствие подозревает его в организации штурма Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года, а также в раздаче премиальных сотрудникам «Беркута» за избиение протестующих. Служебной халатностью министра внутренних дел должна заняться Генеральная прокуратура. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Он уже направил в ГПУ соответствующий депутатский запрос. Политик требует проверить информацию о том, что Аваков, уже зная о гибели полицейских, отправился с визитом в Канаду и самоустранился от выполнения своих обязанностей. Він як дві години знав про вбивство, яке відбулося в 4-й ранку. І незважаючи на це, цей подонок, людина, яка недостойна носити звання громадянин України, не те, щоб міністр внутрішніх справ, полетів на відпочинок у Канаду, а тут ховали наших хлопців. Я вважаю і вимагатиму від генерального прокурора Луценка посадити цю наволоч, розслідувати ці злочини, відсторонити всю його команду з усіма цими фріками, геращенками, цими шкіряками і таке інше, і троянами, які сьогодні тривали і тривалий час вже кришують бандитизм у місті Києві, Київській області і в цілому Україні. Кроме этого, Каплин требует отставки спикера Андрея Парубия. На своей странице в Facebook нардеп написал о том, что инициирует сбор подписей в парламенте. Возмущает Каплина то, что Парубий приказал сотрудникам госохраны не пускать его и представителей СМИ на встречу профсоюзов с правительством и руководством парламента. Нардеп считает, что председатель Верховной Рады просто боится демонстрации профсоюзов, анонсированной на завтра возле Верховной Рады. Кстати, что касается самого Парубия, то он уже готовится к перевыборам. Как сообщило издание «Страна.ua», спикер ведет переговоры с мэром Львова Андреем Садовым о том, чтобы уйти из Народного фронта в самопомощь. В здании под куполом сегодня традиционное для среды затишье, зато в кулуарах депутаты бурно обсуждают пленки Онищенко. Напомню, накануне беглый нардеп выложил в сеть запись якобы записанного им разговора с одним из коллег. О чем там идет речь, что во фракциях думают об этом компромате и верят ли в его подлинность, разбиралась Екатерина Лысенко. По половине фракции, да через ряд. Классическая рабочая среда нардепов. Традициям избранники не изменяют и повестку не наполняют то вопросами переименования сел, то проведением новых границ районов. И на единственное важное заявление Рады с трудом наскребли голоса. Обратились ко всему миру с просьбой признать Голодомор геноцидом. Зараз більше 20 держав класифікували Голодомор як геноцид. Цього дуже мало. Мало перед мільйонами невинно загиблих людей. Поскольку спорного повестки дня нет, обсуждают депутаты скандальное. Топ-тема кулуаров – опубликованный беглым нардепом Онищенко разговор с его коллегой Довгим. Каждый норовит дать свою оценку услышанному. Самого участника дискуссии Олеся Довгого в парламенте нет. Он ограничился лишь комментарием информагентству, мол, в Лондон к Онищенко летал, чтобы уговорить того деньги в бюджет вернуть. Летал по-дружески, по поручению депутатской группы, но вот в его группе утверждают обратное. Лететь через границы Довгий решил сам без чьих-то поручений. Він літав на власний розсуд, про це навіть ніхто не знав. Я слухав плівки, якщо знати контекст, то можна збагнути тільки одне, що йдеться про те, що бюджет наповниться грошима, які були ніби виведені і вкрадені. Знову ж таки,
якщо звучала така пропозиція і йшла мова, це означає, що людина абсолютно погоджується з тим, що вона крала з бюджету. Народный фронт после вчерашнего похода к зданию НАБУ с требованиями расследовать откровения Онищенко на расследовании настаивает и сегодня. Мы будем настаивать, чтобы расследование было объективным. Мы как фракция Народный фронт. Я уверен, что общество страны заинтересовано в том, чтобы услышать фамилии своих героев. Часть депутатов говорит о внутреннем расследовании в стенах парламента. Вот только признаются, толку мало. Я виступаю за тимчасову слідчу комісію, але передусім за те, щоб вона взагалі, їхня діяльність була регламентована. Ми мусимо нарешті проголосувати закон про діяльність тимчасової слідчої комісії, інакше це буде великий пшик. В нормальних парламентах міра створюється слідчена комісія, але бояться гласності, бояться того, що будуть розкриті факти, будуть названі фамілії. А в блоки Порошенка і вовсі призивають не сприймати услышане всерйоз. Хто говорить ці слова? Це говорить людина, яка знаходиться в розшуку, говорить людина, якій пред'явлено підозру прокуратурою, і говорить людина, яка намагається врятуватися від кримінальної відповідальності. Я не виключаю, що вони були зроблені спеціально для того, щоб потім шантажувати тим, що ось дивіться, в мене є плівка, а ще є плівка з президентом. Якщо людина тут сиділа в парламенті, робила свої кримінальні справи, обкрадала український народ, а потім, коли його притягнули до НАБУ, виїхав за кордон і починає там хизуватися якимись плівками, якимись там записами, всім іншим. Я вважаю, це шантаж. За різними трактовками услышанного і день пройшов, кожен залишився при своєму. На своєму ультимативно настаивають і в самопомічі, простояв опять весь день в коридорах парламенту. До того моменту, поки Верховна Рада не винесе на голосування рішення про позбавлення Новинського депутатської недоторканності, «Самопоміч» далі не буде брати участі в жодному голосуванні. Комітет дійшов до висновку, що недостатня доказова база, яка би підтверджувала, що пан Новинський вчинив якийсь злочин. Тому я попереджаю, якщо завтра це питання головою Верховної Ради всупереч регламенту буде внесено до порядку денного Верховної Ради України, це буде черговим підтвердженням, що йде мова про суто політичні переслідування. На завтра ожидали принятия бюджета, но в профильном комитете нардепы утверждают, фракции еще не договорились по ключевым вопросам. Нет единого документа, до сих пор все меняется, и если смета появится, то не раньше следующей пленарной недели. Мы не проголосуем за бюджет, который не даст ответ, как бороться с бедностью, а сегодня, к сожалению, предлагаемый проект бюджета не дает ни одного шанса выжить пенсионерам. И цинизм в том, что правительство, декларируя минимальную зарплату 3200 как биологический прожиточный минимум, в то же время оставляет пенсию 1600. Но сегодня о доходах и расходах, если и говорили, то за пределами парламента. А пленарное заседание закрыли досрочно из-за отсутствия нардепов в зале. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. И там же в Раде не утихает автомобильный скандал. После заявления вице-спикера Ирины Геращенко о том, что с использованием ее служебной машины отмывают десятки тысяч гривен в месяц, в интернете появилось видео с камер наблюдения с заправки парламентской автобазы. На нем двое мужчин сливают бензин в канистры, спрятанные в багажниках автомобилей. Как сообщает блогер, выложивший в сеть это видео, подобное происходит 2-3 раза в неделю. Якобы этим топливом потом заправляют личные машины руководства автобазы. По словам самой Геращенко, завгары подделывают маршрутные листы. В результате служебные автомобили по документам ежедневно наматывают сотни километров, даже в период отсутствия нардепов. За месяц только на авто вице-спикера списывают более 10 тысяч гривен. Всего в служебном автопарке народных избранников почти 170 единиц техники. Снова протесты у стен Кабмина. На этот раз на улицу вышли сотрудники Сумского НПО. Они требуют вернуть госзаказ на модернизацию 3 компрессорных станций ГТС в Украине. В ноябре предприятие выиграло тендер через систему «Прозора». Более чем на 4 миллиарда гривен. Но НАК «Нафтогаз» результаты этого конкурса аннулировал. Якобы из-за возможного строительства газопровода «Турецкий поток» модернизация украинской трубы станет неактуальна. Люди считают, что это отговорка для того, чтобы не отдавать крупные заказ их предприятию. А без таких контрактов, уверяют сотрудники Сумского НПО, они просто обречены на банкротство. Все экспертизы были проведены. Тариф стоимости газа
и это было включено, можем сделать еще в этом году. И уже наша ГТС будет конкурентоспособная, топливный газ будет стоить дешевле и все остальное. Ну, то есть это модернизация на европейском уровне. Украинские министры накануне Международного дня борьбы с коррупцией бодро отчитывались о своих успехах. Кто больше хвастал и имитировал процесс, а кто действительно работал, оценили сегодня на заседании правительства и общественные активисты. И все это видела Ирина Романова. Коррупционер должен сидеть в тюрьме, а все, что нажито нечестным путем, не мешало бы вернуть людям. Свое вступительное слово Владимир Гройсман посвящает вопросам борьбы с коррупцией. Все считают, что... І не безпідставно, що різні гілки влади корумповані. Якщо ми декілька десятків не посадимо в тюрму, з цим явищем буде боротись важче. Це питання і виклик до всієї правоохоронної системи і судової системи. Прийняв ли визов руководитель правоохоронної системи – неясно. Арсен Аваков до сих пор в Канаді. А от його колега Павел Петренко тільки що повернувся із Панами, де участвував в міжнародному антикорупційному форумі. Міністр юстиції хвастає, за 2,5 роки в питаннях боротьби з корупцією Україна показала, цитую, «ошеломляючі результати». Ще немає масових посадок. Але те, що Україна просунулася в частині відкритості інформації щодо державних службовців, в частині відкриття інформації по реєстрам і децентралізації, це той факт, який фактично визнали учасники форуму. Хвалиться Петренко успіхами в боротьбі з корупцією свого міністерства. І в сфері реєстрації бізнесу, який сьогодні передали на місця, і в пенітенціарній системі, де хочуть максимально обновити кадровий состав. Почти рішен, вопрос, увіряє, і з возвращенням 1,5 мільярда гривень, принадлежащих окруженню Януковича. Цей захід фактично є виконаним, але я для себе бачу, що тільки після голосування в парламенті позитивно за цей закон, ми можемо сказати, що даний антикорупційний захід буде до кінця виконаний. Успіхи, як оказалось, є не тільки в відомстві Петренка, але й в Міністерстві соцполітики. Тут, відчитався міністр Андрій Рева, создали навіть спеціальний департамент, який вичисляє корупціонерів. Його сотрудники вже обнаружили на 20 мільйонів гривень злоупотреблень, які допустили при реабілітації бойців АТО Госслужба труда. Ще один від махінацій – гуманітарна помощь. З якими тільки прикладами ми не стикались. Під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завести 18 тисяч квадратних метрів рубероїду для покриття даху заводу, на якому начебто хтось щось робить. Не так радужно оценили борьбу с коррупцией общественные активисты, которые помогали министерствам составлять перечень антикоррупционных мероприятий, а потом мониторили их выполнение. Они принесли на заседание Кабмина свой отчет. Якби так от коротко сказати фактично двома словами, який статус сьогодні впровадження, то ми запрягли і зрушили оці 83 антикорупційні заходи. Якби було одним словом, то було б багато гірше. Из 80 антикоррупционных мероприятий реализует сейчас чуть более 60, резюмировала активистка. Інколи в міністерствах віддається перевага процесу замість результату. Правда, міністерство, де реформа тормозиться, вона не назвала. Зато пообіцяла к марту підготувати следующий отчет. І навіть номінації, наприклад, за лучшу імітацію боротьби з корупцією. Ірина Романова, Іван Єрмаков, подробності, телеканал «Інтер». Уволить всех, вот только руки связаны. Так премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина отреагировал на деятельность фонда госимущества. Что вызвало такое негодование главы правительства, давайте посмотрим. Это не гром среди ясного неба. Скандал вокруг фонда госимущества и его главы назревал давно. Теперь, видимо, чаша терпения переполнилась. Премьер-министр Гройсман обвинил руководство ведомства в провале конкурса по продаже крупнейшего предприятия химической отрасли – Одесского припортового завода. У нас фонд державного майна країни потребує жорсткої реанімації. Структура, яка показує себе зі всіх сторін, абсолютно неефективною. Останній конкурс приватизації на ОПЗ показав, що інституція просто не спроможна провести ефективно в країні приватизацію. Це не повноваження уряду щодо призначення і зміни керівництва і взагалі управління. Але я би вас позвільняв би сьогодні всіх, хто керує державним фондом, фондом державного майна України. Якби це були мої повноваження, всі були б звільнені вже. Так недолуго, так бездарно управляти державним майном треба ще повчитись. Я пропоную, колеги, заслухати фонд державного майна
до кінця цього місяця і внести пропозиції президенту парламенту щодо реагування на цю всю історію. Одесские припортовые уже не раз выставляют на продажу. 7 лет назад предприятие оценили в $1 миллиард. Но как только определили победителя, конкурс отменили, якобы из-за низкой цены. Этим летом ОПЗ пытались продать снова, но уже вдвое дешевле. Завод оценили в 500 миллиардов. И снова отменили сделку. Накануне топ-менеджмент предприятия оказался в эпицентре скандала. Задерживают главу Напсовета и первого замдиректора завода. Сергея Перелому и Николая Щурикова подозревают в хищении средств. И вот новый конкурс и новая цена – еще ниже. Теперь припортовые отдают уже за $200 миллионов. Но и на сей раз покупатели не находятся. Эксперты говорят, так государство теряет миллиарды. А сама история с ОПЗ отпугивает потенциальных иностранных инвесторов. Фонд держмайна не приклав достатньо зусиль для того, щоб ця приватизація відбулася. Фактично він був пасивним спостерігачем процесів, які відбувалися навколо Одеського припортового заводу. І як наслідок приватизація Одеського припортового заводу, вона була зірвана. І це призводить до того, що план приватизації на сьогоднішній день, він не виконаний. А країна втрачає, якщо не помиляюсь, 17 мільярдів гривень, які були заплановані. После взбучки глава фонда госимущества начал оправдываться. В комментариях журналистам Белоус не исключил остановку предприятия до лучших времен. А на странице фонда в Фейсбуке пояснил, оказывается, покупателей не нашлось из-за высокой цены на газ. И уже на завтра глава ведомства анонсировал пресс-конференцию. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Сбой системы или матрица по-украински. Сегодня хакеры взломали электронные системы Минфина и Госказначейства. Недоступны также официальные сайты этих ведомств, повреждено сетевое оборудование. Это уже привело к остановке платежей. Их обещали возобновить к концу дня, к слову. Правда, в самих госучреждениях уже нашли, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Хакеров успели обвинить в попытке срыва бюджетного процесса. Также Минфину и Госказначейству уже выделили 80 миллионов гривен на восстановление поврежденных систем и антивирусы. Я напомню, что пару дней назад украинская Фемида проявила невиданное милосердие к главарю киберпреступной группировки международного масштаба Геннадию Капканову. Судья Полтавского районного суда просто отпустила его, поскольку не нашла основания для задержания. Капканова подозревают в организации всемирной хакерской сети под названием Avalanche. В операции по задержанию этой банды участвовали силовики из 30 стран. Сейчас Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении самого снисходительного судьи. Проверяют правомерность этого решения. Холодный душ для Украины. Американский Конгресс сегодня во время голосования за военный бюджет намерен на треть урезать помощь нашей стране. Причина – коррупция. Об этом в Вашингтоне рассказали лидеру движения «Справедливость» Валентину Наливайченко. Он встречался с сенаторами, с ключевыми чиновниками переходной команды Трампа. Что ему стало известно и что новая администрация ждет от Украины? Все подробности узнаем от Дмитрия Анопченко. Чего ждать Киеву? Будет ли Украина в списке приоритетов для Дональда Трампа? Этот вопрос сегодня интересует всех. Но на самом деле куда важнее другое, от чего в самих Штатах ждут от Украины? И что можно сделать уже сейчас, еще до инаугурации, чтобы не потерять поддержку Вашингтона? Валентин Наливайченко тут второй день говорил с теми, кто формирует новую внешнюю политику Белого дома. И признается, разница в подходах существенная. Теперь хотят не обещаний бороться с коррупцией, а конкретики. Одного хоча б заграти, одного хоча б покарати. І друге, я відчуваю, і власне з те, що за результатів переговорів з ключовими людьми нової адміністрації, що допомога Україні, яка видавалася, будуть зараз вимагати звіти, причому звіти про використання, про прозорість, про відсутність корупції, і в тому числі, що стосується оборонного сектору. А нові програми допомоги в Вашингтоні намірені сократити, завіряє Наливайченко. По його словам, во время встреч в Сенаті йому прямо сказали о том, що конгресмени в курсі громких корупційних скандалів в Києві. Вся ця інформація вплинула таким чином, що майже на 30% скорочений законопроект, мається на увазі обсяги допомоги, і, дасть Бог, проголосують вже за той обсяг, який лишився після цього скорочення. Наливайченко говорить, во время своїх вашингтонських встреч понял, що основанням засомніватися в Україні для многих влиятельних американців стали і останні итоги міжнародного аудиту. Європейський суд аудиторів перевірив використання коштів, які виділялися Україні в 2016 році Єврокомісією, іншими європейськими інституціями. І висновки цього суду європейських аудиторів також взято
американською стороною в роботу. Україна до цього часу сприймається як найбільш корумпована країна в Європі. Нікому не хочеться приносити плохі новини. Но Валентин Наливайченко говорить, по настроєнню своїх собеседників в високих кабінетах вперше почувствовал, наскільки критична ситуація. Он предложил в Вашингтоне свой план, в нем в том числе создание антикоррупционного суда и прозрачный набор служителей Фемиды для него. Но основное, что наш собеседник услышал в американской столице, в том числе и от бывших коллег, представителей силовых структур, тут готовы помогать, но лишь при наличии результатов. Правда полягає в наступному. Жорстка прагматична позиція і перехідної адміністрації, і майбутньої адміністрації президента Трампа полягає в тому, що результати мають бути всередині для громадян України від самої української влади. За них ніхто нічого робити з Вашингтона не збирається. Із Сполучених Штатів Дмитрій Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». И в то же время вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе опровергает заявление Наливайченко. На своей странице в Facebook она пишет, что США не только не сокращают, а наоборот увеличивают финансовую помощь Украине. Посмотрим, до инаугурации Дональда Трампа осталось чуть больше месяца. Из-за неявки прокуроров перенесли суд по делу о разгоне студентов на Майдане. Потерпевшие подали ходатайство об отводе 4 прокуроров из группы, которые, по их мнению, затягивают судебный процесс. Во время перерыва суд направил факс с требованием к прокурорам явиться, но из них прибыл лишь один. По решению судьи слушание продолжат 14 декабря. Напомню, в разгоне студентов 30 ноября 2013 года обвиняют 4 бывших беркутовцев: Андрея Дидюка, Николая Тигнередно, Евгения Антонова и Юрия Шевченко. Сторона, представники потерпілих бажають, щоб в засіданні приймали, вони вважають і бажають, щоб приймали участь всі прокурори, які сьогодні оголошувались, які зазначені в постанові про групу прокурорів. Необхідності в явці і участі всіх прокурорів, всіх 10, такої немає. Від себе максимально стараємося все зробити. 1 гривню моральной компенсации требует от ГПУ бывший нардеп от партии регионов Владимир Медяник. Это его цена за 3 месяца, проведенные в СИЗО. Сегодня на пресс-конференции Медяник сообщил, что подал 3 иска в Европейский суд по правам человека с требованием признать незаконными его арест и содержание под стражей. Медяник заявил, что во время его содержания в следственном изоляторе СБУ, Генеральная прокуратура, принуждали его дать показания против сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, депутата от УПА-блока Сергея Дунаева и бывшего главы фракции партии регионов Александра Ефремова. По словам политика, перед первым допросом в ГПУ его 10 дней продержали без воды в следственном изоляторе СБУ. А в случае отказа давать эти показания угрожали 1,5 годами лишения свободы. С такой ситуацией, которая сложилась в правовом поле в Украине, мы будем бороться. Те методы, которыми на сегодняшний день руководствуется, в частности, Генеральная прокуратура, а это абсолютно безосновательные обвинения, это ночные аресты, практически без какой-либо любой доказательной базы, только с привлечением внимания международного сообщества мы сможем каким-то образом противостоять тому правовому беспределу. Конечно же, понесены репутационные потери. Мне никто не вернет тех месяцев тюрьмы, в которых я провел, абсолютно по незаконному подозрению, скажем так. И иски, как я сказал, 3 иска были поданы уже в Европейский суд по правам человека. Я обязательно доведу это до конца. Я обязательно накажу тех людей, которые незаконно занимаются противоправной деятельностью в Украине, используя при этом служебное положение, работу свою в прокуратуре. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. По следам саммита, о чем договорились Украина и Североатлантический альянс? Прав тот, у кого больше прав. Чему харьковский полицейский с пистолетом в руках учил водителя мусоровоза? Ходячие мертвецы. Куда пропало тело погибшего на Ривненской стройке?
Сегодня в Брюсселе два важнейших для нашей страны события. Утром саммит Украина-НАТО, и вот под вечер, два часа назад, начались трехсторонние переговоры относительно введения безвизового режима. Как проходят эти визовые баталии, узнаем от Софии Гордиенко. Заседание Украина-НАТО, где собрались министры иностранных дел стран Альянса и глава украинского внешнеполитического ведомства, началось с привычным заявлением генсека. Эта встреча является четким доказательством поддержки Украины. Обсуждали все. Украинские реформы, для проведения которых страны НАТО выделили и специалистов, и деньги. Необходимость продления санкций против России, а также антикоррупционную борьбу в Украине, которую, к слову, Альянс тоже частично сфинансирует. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недвузначно намекнул, что его страна и так надежный партнер НАТО, но планирует стать еще ближе. Мы работаем абсолютно прозрачно и принимаем все необходимые меры, чтобы деньги направлялись туда, куда необходимо. Союзники відзначали наш прогресс у формировании и тренировании сил специальных операций. И нам потрібно идти далі. Далі в напрямку того, щоб Україна дійсно поступово ставала частиною східного флангу НАТО. Если в штаб-квартире НАТО по украинскому вопросу царило взаимопонимание, то в Евроквартале едва ли. Утром глава Евросовета Дональд Туск направил в Европарламент письмо с просьбой как можно скорее рассмотреть механизм приостановления безвизового режима. Напомню, что без этого визы для Украины не отменят. Трехсторонние переговоры начались в 6 вечера по Киеву. По предварительной информации, обсуждаемый срок приостановления без визы – 9 месяцев. Пойдут ли на это стороны, мы узнаем уже завтра. Переговорный процесс назвать легким нельзя, его тормозят несколько стран, в которых на носу выборы. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. И как стало известно, буквально несколько минут назад трехсторонней группе все же удалось найти компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Порошенко. Следующий шаг за послами Евросовета и Европарламентом. Они должны ратифицировать достигнутое соглашение. Новоалександровка и Новозвановка, расположенные на линии соприкосновения, не исчезают из сводок штаба АТО. Так называемые серые деревни, где над головами жителей проносятся вражеские пули и снаряды, зажаты будто в клещи между позициями украинских военных и боевиков. О жизни на линии огня материал нашей съемочной группы. На Новоалександровку можно посмотреть только с наблюдательных постов украинских военных. Попытку нашей журналистской группы зайти в серую зону солдаты сразу пресекают. Там не имеют права находиться вооруженные люди, а без сопровождения опасно. По договоренности село Серое, на самом же деле любой дом может оказаться огневой точкой противника. Здание вот это вот белое, где возле зеленым забором, там под прикрытием местных жителей, где, ну, сепаратисты заходят в дома, отстреливаются со второго этажа и через задние двери отходят. Были такие ситуации, что даже приходят туда, делают пару выстрелов и сразу же на улицу выгоняют местных жителей, женщина с детьми, чтобы мы не могли дать ответный огонь. Эти сутки выдались относительно спокойными. Опытные бойцы железной бригады, вражеские пули от ДШК и автоматов, которые свистели этой ночью над их головами, уже в расчет не берут. 12,7-7,62. Походу, что-то похоже на СПГ. У них позиция, та, основна их укрепроем, они звідти дуже гарно сюда достают. З автоматами надо подходить ближе, но мы этого не даем. Чтобы достать до наших позиций стрелкового оружия, боевики обустраиваются и в домах, на первый взгляд, мирных. С тижні два навіть будинок спалили. Чисто случайно. Из-за холма со стороны оккупированных Калинового и Стаханова уже летят снаряды тяжелой артиллерии и боевиков. Линия обороны перед Новозвановкой как щит на пути к Бахмуту и Попасной. За Новоалександрівкою розташовувалися міномети 80-ті, 120-ті. Били безпосередньо по цій позиції. Було попадання. Великокаліберна зброя, там 152-ї самохідної артилерійської установки. Вони вже били туди далі за Попасною. Пересування бачимо їхньої важкої артилерії. Ось чуємо їх, коли техніка їхня заводиться. Бачимо, як підвозять їхні їм боєприпаси. Це все наші спостерігають. Це переважно відбувається вночі. Самое страшное, по словам военных, смотреть, как местные жители ходят буквально по линии огня.
Дорога жизни. Так ее окрестили военные, потому что находится она на линии огня. За моей спиной на высоте уже позиции боевиков. Но это единственный быстрый путь для жителей серого села Новоалександровка попасть в Попасную за продуктами или на работу. Согласно договоренностям, украинские солдаты ни огнем прикрыть не могут, ни зайти в село и зачистить его от боевиков. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Разведение сил на линии соприкосновения и прекращение огня. Этот вопрос сегодня был главным на встрече в Минске. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучма Дарка Олефер, Украина по-прежнему ставит вопрос о демилитаризации Дебальцево и открытии контрольно-пропускного пункта в Золотом. Но его блокируют боевики. На встрече в Минске подгруппе по гуманитарным вопросам поручили подготовить все необходимое для освобождения пленных до начала новогодних праздников, написала Олефер. Оружие пускают в ход не только в зоне АТО. В Харькове на дороге повздорили подполковник полиции и водитель мусоровоза. Правоохранитель, по словам очевидцев, набросился с пистолетом на шофера. События развивались, как в старом анекдоте. А теперь рассказывай, как обгонял и подрезал. Официальная версия, естественно, отличается. В ситуации разбиралась Светлана Шекера. На видео, выложенном в интернете, полицейские блокируют черный внедорожник и пытаются совладать с водителем иномарки. Поступило сообщение на линию 102 о том, что водитель автомобиля Hyundai ведет себя агрессивно, угрожает людям предметом, похожим на пистолет. Водитель оказался непростой. Пистолетом размахивал подполковник полиции, замначальника Московского райотдела Харькова Сергей Двадненко. Его вывел из себя встретившийся на пути мусоровоз. Грузовик то ли подрезал внедорожник, то ли, по мнению подполковника, занимал слишком много места на дороге, и в ход пошло оружие. Подполковник с пистолетом просто-напросто начал стрелять в мусоровоз. Пистолет был там, два, получается, патрона было заряжено тереном, и остальные были резиновые. На выручку к подполковнику полиции приехали коллеги из райотдела. Мы сюда приехали, здесь уже собрался полностью весь, наверное, его райотдел, потому что очень было много людей не по форме. Тест на алкоголь подполковник не прошел, отказался. Хотя в патрульной полиции заявили, признаки алкогольного опьянения были, но не у него, а у брата. И, дескать, именно родственник сидел за рулем. Водитель находился с признаками алкогольного опьянения. Патрульные полицейские не составляли никакие админ-материалы по данному факту. Пообщаться с пострадавшим водителем мусоровоза ни копам, ни харьковчанам-активистам не удалось. Полицейские сразу же забрали водителя грузовика в райотдел для дачи показаний. Через 3 часа отпустили. И после беседы тот уже не имел никаких претензий к агрессивному подполковнику. В нацполиции, кроме того, что их коллега не был за рулем, больше ничего не говорят, ссылаясь на служебную проверку. Зато уже известно, что отвечать будет водитель мусоровоза. Дескать, это он едва не спровоцировал ДТП. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. В Ривне семья не может отыскать тело пропавшего родственника. Он якобы погиб на стройке в минувшую пятницу, но до сих пор тело никто не видел. Все подробности этой детективной истории собирала Инна Белецкая. Стройка на улице Киевской в Ривне. Здесь без официального трудоустройства работал Андрей Артвинский. В пятницу поехал на работу, ближе к вечеру перестал отвечать на звонки, а в субботу к родным пришли работодатели, прораб и застройщик. Просили прощения. Я говорю, привезите мне тело сына. Чи может вы бачили, где он и что? Уже мы молчать. Мы вам предлагаем хорошие. Помочь, привезем его, все, поможем похоронить его. Я могу даже сегодня вам 10-50 ждать, только не подавайте нас в милиции. Родные обратились в полицию. Ніяку бучу не робіть, ми вам під вечір трупа привезем. Ну, ми його не послухали, поїхали, написали заяву. Мать Андрея Артвинского говорит, деньги за молчание предлагал депутат горсовета Александр Бабат. Узнала его по фотографии. Він мені предлагав 50 тисяч. Вот часть разговора прораба с родственниками и соседями пропавшего строителя. Запись нам передала семья Артвинского. Ты мне скажи, Леня, как ты представляешь, что ты мне сегодня тело отнести? Как ты это я представляешь? В той момент? Я зараз поеду снова до заповедника. Ну. Буду с ним балакать. Я до него сегодня с ним. Нет, балакать. Я, ты не перевозил. Как ты представляешь, это, как ты мне маешь это тело? Ты привезешь мне ее домой? Чи що? Його сьогодні знайдуть. А, сьогодні знайдуть. Ви знаєте, де він? Я не знаю, де він. Знаєте. Я, чесно. То як же ж ви його знайдете сьогодні? Ну, є надо мною, ви розумієте, надо мною є старші люди. Вони знають, де. Я не знаю, де.
Полиция открыла уголовное производство. Случившееся комментирует сухо. Працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції проводять оперативні та розшукові заходи з метою встановлення його місця перебування. Останнє його бачили на роботі. В этом доме в микрорайоне Новый двор живет хозяин стройки, депутат горсовета от фракции «Батьківщина» Александр Бабат. Ворота открыты, мы заходим, стучим в дверь, появляется сам хозяин. Александр, поговори с нами. Ну, будь ласка, ну, пане, все, давай, давай, мы же не можем без вашего. Ну, как гуляй, ну, пан. Ты на часа территории. Вызывай милицию, милицию вызывай. Поговорить с Александром Бабатом нам так и не удалось. Мы будем следить за дальнейшим ходом расследования этого странного дела. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер. Тем временем в Днепре активисты разыскивают лифты и не могут найти, несмотря на уверения чиновников, которые уже потратили средства на их установку. Куда пропала техника или деньги, разбиралась Елена Миндалюк. Активист Денис Селин утверждает, раскрыл схему, по которой городские чиновники отмывали миллионы гривен. По расчетам громадского контроля, из более чем 100 миллионов гривен, которые из городского бюджета выделили на ремонт лифтов, 15 были растрачены или попросту украдены. Активисты проинспектировали многоэтажки, где якобы были установлены или отремонтированы лифты. Когда есть многоэтажка, туда уходит чуть больше миллиона гривен. Мы приезжаем, а там никакие ремонты не проводятся. Общественники показывают самый яркий пример. Площадь Петровского. Дом 1. В подъезде здания даже не предусмотрена лифтовая шахта. У нас технически невозможно. Но согласно выписке из казначейства, здесь в нынешнем году установили новенький современный лифт за 800 тысяч гривен из городского бюджета. А вот еще один адрес. Улица Богомаза, 190. Грузовой лифт тут не работает уже лет 20, говорят местные жители. В этом году в шахте лифта даже был пожар, а двери на этажах заколочены деревянными досками. Очень плохо, все на руках. Когда ремонт делал, еще и этот лифт не работал. Попробуйте поднять мебель. Хорошего, конечно, мало. А вот по бумагам на установку подъемника потрачено больше миллиона. Еще неделю назад, когда общественники выезжали на проверку, никакие работы не велись. Но после того, как накануне опубликовали результаты проверки, в подъезде вдруг появились люди в спецодежде. Уже сегодня ремонт идет полным ходом. На данный момент проводится установка лифта по этому адресу, и думаю, в течение там недели мы закончим работы. В горсовете Днепра заявление активистов называют клеветой, манипуляцией и информационным вбросом. Мол, за каждую потраченную копейку готовы отчитаться. Утверждают, все закупки проходили открыто, а работы по установке и ремонту еще в процессе. Но публичных извинений от общественников требуют уже сейчас. Будем требовать от редакции наши гроши, от громадского контроля, публичного извинения за то, что они... Будем говорить так, оговорили меня и оговорили мэра. Требуем публичного изменения. Разбираться, кто прав, теперь будут правоохранительные органы. Активисты все собранные материалы и документы передали в прокуратуру. Там открыли уголовное производство по статье «Злоупотребление служебным положением». Проводится следствие. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Выборы по-старому. В борьбе за место будущего главы территориальной громады в Закарпатской области вовсю идут в ход и шантаж, и подкупы, и махинации. Сами выборы назначены на 18 декабря. В результате должен будет определиться руководитель сразу 9 поселков. Кандидаты уже успели столкнуться с блокированием работы теризбиркома, противодействием со стороны РАИ, госадминистрации, даже с нетрезвыми членами комиссии. Но сейчас дело дошло и до открытых угроз. В таких условиях избирательный процесс в Закарпатской области находится под угрозой срыва, утверждают кандидаты. Решение суду все скасовано, выборы відбудуться. Зараз почався третий этап боротьби. Тобто, членам моєї родини спалили гірськолижний підйомник. Дальше йдуть погрози всім людям, які десь є близькими до мене або лояльними. Йде підкуп виборців по 500, по 1000 гривень. Трагедия на севере Пакистана. Там разбился пассажирский самолет. На борту находились 48 человек, из них 42 пассажира. Среди погибших известный в Пакистане музыкант Джунаид Джамшед.
Самолет принадлежал авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнял рейс из Читрала в Исламабад, потерпел крушение в горной местности неподалеку от города Хавелиан. По предварительной версии, во время полета отказал двигатель. Пакистанские власти пока не комментируют очередное крушение самолета. Украинский ан для американского президента. В госпредприятии «Антонов» предложили Дональду Трампу сделать их самолет бортом номер один. Так отечественный авиаконцерн отреагировал на сообщение Трампа в Твиттере об отказе от самолета «Боинг». Ранее он заявил, что намерен разорвать контракт с «Боингом» относительно строительства президентского борта номер один, поскольку расходы на него вышли из-под контроля. Стоимость нового самолета для будущего хозяина Белого дома уже превысила 4 миллиарда. Подробности UA, наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра.